Показываю пару вариантов, как правильно сложить нагрудный платок. У меня сын сегодня на танцы идет в школу, и мы сейчас будем этим заниматься. Я чищу его пиджак. Да? Да, штанишки тоже. Самый простой вариант, классический. Платочек слаживаем. Раз. Слаживаем еще раз. Приутюживаем. Сейчас я просто вам показываю. И еще раз. В таком варианте мы будем пытаться в кармашку. Сейчас посмотрим, что выйдет. Классика! Посмотрите, как вышло. Сейчас еще один вариант. Второй вариант. Сейчас покажу, что выйдет. Перчик, посмотри, что вышло. Как вам этот вариант? Какой лучше, первый или второй? Скажите мне. А я сейчас буду утюжить и капельку отмывать. Здесь что-то мой сын мерил. Я не знаю, что это он сделал. Ребята, а вы сказали своему сыну, для чего платочек в кармашке? А? Я своему да. Вдруг девочка будет плакать, кавалер берет платочек и предлагает его. Утри слезы, дорогая. Да, Дейза? Скажи, что такое мама говорит? Еще один вариант. Вместе сложи. Еще раз. Затем. Сейчас я переверну. Так, складываем. И здесь еще вот как-то так. Вот так. Переворачиваем. Здесь как-то так. И как-то так. И таким образом сейчас посмотрим, что выйдет. Выходит что-то в этом роде. Ну, конечно же, все это будет отутюживаться, платочек. Сейчас я просто смотрю, что подойдет, что понравится. Да, перчик? Перчик помогает. Вот, еще такой вариант. А можно просто вот так и треугольничком как-то сделать просто. Тоже все это заутюживается. Даже не знаю. Будем думать. Ну, такие варианты. Сын выбрал у меня классический вариант. Все, теперь будем чистить штаники. Пиджак был абсолютно новый. Я открывала этот карман. Посмотрите, когда продают новые пиджаки, здесь все зашито. То есть надо вот эти ниточки распороть. Вот чем я сейчас буду заниматься.